Не туда улетел. У меня тут народу вообще нет. Я уже ready, по идее. Так, у меня сверху один чел играет. Так, новый скин на велосипед. Проверил, блин. В лобби не отправился. Уф. Скин на велик, то, что мы ждали. У меня где-то тут люди, да, вроде были еще. Так, ну у меня тут чел должен быть. Пол сервака уже нет, офигеть. Было на пика долететь. А вот и он. Надо его, по идее, лутануть. Еще какие-то семерки отдельно лежат. Почему?
у меня вот тут миска должно быть, по идее. Должны люди отсюда ехать. Уже что-то пролутано все. Баги едет. Ну что-то прям медленно очень. Как будто просто скатывается, что ли. Да. Вон там мотоцикл. Слушай, я в надежде, что отсюда поедут люди. Мою тачку забрал чел просто. Обошел меня и уезжает. Нормально. Крысеныш. Мерзкий чел. У меня сверху этот чел будет назить. Я сюда выйду. Мне как будто бы надо сюда выйти. Пиксель. Ну и кто теперь смеется пипикой? Да, чел сверху. Отвали, пожалуйста. Ну все. Какой мразотный чел. Просто фрифраг мне отдали. А там как бы реально фрифраг. Это еще где-то... Куда, в куст? Че он... Это чел теперь нормально в сейве. Блин. Жесть. Я понял.
Да ты можешь отвалить от меня? Ну, короче, я предлагаю что сейчас сделать? Пойти просто к этому и лицо ему сломать. Этот мне прям, ну, тут подпортил конкретно. Он же наверняка сейчас пойдет куда-то в зону, наверное. Просто. Причем этот чел ни разу по мне не попал. Но настреливал так, как будто бы вот-вот убьет. $30,000 дождался, $40,000 дождался, $50,000, а теперь и $60,000 подписчиков. Ждем первую. Спасибо, Олег, спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо. Первая сотка, да. Сейчас жалко, ничего, ни таблички в РФ, ничего не отправляют. Жалко, жалко. Спасибо, спасибо большое за 550 рублей. Слушай, мужик. Ты, ну, видеть бы этого чела, на самом деле. Было бы здорово. А вот и он. Ну давай, теперь постреляемся. Просто такая заноза этот чел был для меня. Бум-бум-бум. Хорошее трио.
Ну, ты должен же постопать, похилиться, чел. Или не хочешь? Стоп, не похилься. Да, он сейчас хилиться по-любому будет. Да там чел Т3 забрал уже. Здорово, Спрут. Привет всем, ребята. Рубабман, здорово. Не вижу чат на Ютубе почему-то. Опять. Сори, ютуб чане, ребят, реально, ютуб очень плохо работает. Ну, в плане, я трансляцию запускаю, но чата не вижу. Так что, всем привет, не забывайте лайки ставить. Если что-то хотите спросить, на Твиче. Чат работает. А может, он этот забрал, а не тот дроп? Или этот вообще никто не забирал? Давайте я, наверное. А почему ты по мне решил пострелять с ВСС еще? Ой, гоблин. И это причем так далеко откуда-то. А, нет, это близко. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Сверху он стоит. Так я и думал. Я такой фрифраг на самом деле. Я попасть не могу. Ну а сейчас попаду, если он еще раз пикнет. Или он решил просто сменить позицию. Или у него кто-то сзади стал выходить. Одно из двух. По логике вещей он должен на зиплайне туда лететь. Зиплайны я еще никого не убивал никогда. Будет прикольно. А как попасть-то по нему? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Чел с болтовки. Как мы скинулись по этому типу? Он бы его не убил, если бы я не попал по нему. Офигеть. Как же это было, чел, красиво. Это было очень красиво. Давай, ты следующий. Да лети, нет никого. Да смотрите, если я его не убью... Ой-ой-ой-ой-ой, а он тоже там еще хуже сделал на самом деле. Начал очень хорошо с зиплайна, его подстрелил прям. Ой, у меня, кажется, проблема. Чел встал до будку. Ладно, я там хорошо по нему пострелял. Я думаю, он особо не будет быковать. Давайте мы чисто отвлекающий смог сюда вот откинем. Чтоб он думал, что я прям на него бегу. Ну он в будке, да, будет? А, он, скорее всего, в будке просто. Это ж надо просто будку поджечь и все.
Не так, чтобы я прям поджег ее. Тихо. Это, скорее всего, спереди, да. Все, ласт. Все, вот так вот каточка закончилась. Быстрая каточка получилась прям. На самом деле.